Всем привет, с вами Влада, и сегодня я вам хотела бы показать мой телефон Samsung. У меня есть еще и iPhone, у меня лежит там. Да, но я его показывать не буду, потому что, в общем, iPhone все видели. Может быть, я в скором времени вам покажу. Итак, мой Samsung выглядит вот так. Он маленький такой. Такой маленький-маленький Samsung. Вот здесь написано Samsung, собственно. Вот. Мы его нажимаем, чтобы разблокировать. Некоторые телефоны могут нажимать сюда, сюда и даже в середину. Могут даже вот сюда. Но у меня даже некоторые телефоны вот здесь. Но у меня он разблокируется вот здесь. Нажимаем. Вот выходит такой экран, где находится время, дата. И тут такая вот штучка. Нажмите, удержите значок или боковую клавишу блокировки. То есть можно вот этот значок. А можно клавишу блокировки. Вот. И давайте начнем с первой странички осматривать. Первая страничка, их тут всего 7. Это время, собственно, дата. И все. Тут сейчас у нас 17:46, 26 февраля. Где-то неделя масленицы. Страничка номер 2. Мои контакты, которые я звоню больше всего. Это Дашулька, это моя лучшая подруга, моя мама. Тася тоже моя лучшая подруга. И Вася. Третья страничка, здесь просто ничего нету, просто как бы, чтобы посмотреть можно было на листики. Четвертая страничка, а тут календарь. Вот. Кстати, февраля 28 дней, уже скоро февраль закончится, начнется весна. Следующая страничка, пятая, это профиль звука. Так, обычный, без звука, автомобиль, встреча на улице, автономный, мой профиль 1, мой профиль 2, мой профиль 3. Потом, шестая страничка, можно поставить фото, например, котенок, этот, цыпленок, собачка, такая обычная голубенькая тема. Вот такая вот розовая. И, собственно, какая у меня стоит сейчас. Ой, извиняюсь. Вот такая вот. Последняя, седьмая страничка. На ней тоже как бы ничего нет. Чтобы просто посмотреть на желтенькие листочки. Вот снизу три таких иконки. Меню, контакты и набор. Давайте сначала идем в набор. Набор у этого телефона вот такой. Тут просто как бы нажимаешь. Вот. Набор. Сообщение можно. Вот сообщение. Так, сейчас. На телефоне пароли. Вот сообщения такие. А, да. Сообщение кому и текст сообщения. Отправить, добавить медиа и опции. Следующий значок это контакты. Нажимаем. Так, сейчас, одну секунду. Вот. И у нас вот контакты. Так, вот. Сейчас. Вот, контакты, всякое вот. Что-то мне, вот. Вот, в общем. Вот. Следующая иконка это меню. Итак, тут в меню у нас три странички в этом телефоне Samsung. Давайте же на первую страничку. Первая страничка, здесь журналы, опять же контакты, музыка, интернет, сообщения, мои файлы, календарь, камера и настройки. Ну, журналы, контакты и интернет мы залазить не будем. И в календарь тоже, в сообщения. Все остальное мы попробуем. Так, давайте же мы зашли в музыку. Здесь высвечивается такая
Надпись «Музыкальная библиотека» и такая колонка. Последние все дорожки, список произведений, альбомы, исполнители, жанры и настройки. Давайте сначала с настроек. У нас вот тут вот сейчас фоновое воспроизведение. Это я не знаю, что такое. Потом эквалайзер у нас стоит на танце. Вот, эквалайзер может быть обычный, рок, джаз, живой звук, классика, бас, танец, поп, широкий диапазон, динамический и объемный звук. Потом автоотключение музыки выключено. Музыкальное меню, это вот тут, то есть такая вот штучка и все. Так, давайте, у меня всего тут 4 песни, я сейчас вам скажу, какие. Это, наверное, всем известная песня, эта песня простая. Вот. Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но это же последний вагон. В общем, вы поняли то, что это простая песня. Следующая песня – это Адель. Тоже всем известная, наверное, она. Crazy fire, story be my heart. Reaching the fever, reaching the dream beyond the dark. I am in my city, there's no way. Nothing I'm doing. В общем, Адель. Следующая песня – это Макарена. Не знаю, может кто знает, может кто не знает. Макарена, вот. Los de Rio, Rio Макарена. В общем, в каком-нибудь видео я вам покажу танец Макарена. И последняя песня – это Риана, Rich Boy. Ну, в общем, мы с вами с мамой. И всем пока, с вами была Влада.